17,5 миллионов подписчиков в Инстаграме, больше 5 миллионов в ТикТоке. Молодого блогера Гусейна Гасанова хорошо знают активные пользователи соцсетей. Как отметил сам Гусейн, в Ульяновск он приехал по приглашению главы региона Алексея Русских. Первое, что сделал блогер, встретился с местными контент-мейкерами. Ульяновцы пообщались с гостем и задали ему вопросы на интересующие их темы. Например, про любимый ресторан блогеров, социальную ответственность медийных людей или когда ждать Гусейна на проекте «Холостяк». Также блогер рассказывает, что ни разу не ругался матом в социальных сетях, участвует в благотворительности и ведет свой блог сам. Занимайтесь тем, от чего получаете удовольствие 100%. Если вы хотите стать блогером и кайфуете от этого, становитесь блогером. После встречи Гусейн рассказал нам о своих впечатлениях от Ульяновска. Да вообще супер, мне нравится. Я просто не успел еще прям все увидеть, вот, но мы были, я приехал в усадьбу Ленина. Вот. И там пофоткал, поснимал. Угу. Там несколько часов. Вот, потом еще там музеи были, там мотоциклы, машину, там, на которую Брежнева катали. Ну, короче, очень круто. Вопросов от блогеров было много, так же, как и впечатлений. Своими эмоциями после такого собрания блогеров поделился с нами один из участников. Встреча прошла очень интересно. Присутствовали топовые блогеры нашего города, если можно так сказать. На встрече было очень много интересных вопросов, и даже звучали актуальные вопросы, да, актуалочка, как говорит молодежь. Звучали вопросы, почему уезжает молодежь, звучали интересные мысли, звучали интересные предложения, что можно сделать для того, чтобы молодежь оставалась у нас в регионе, у нас в городе. И на самом деле это для нас сейчас очень важно. Позже Гасанов отправился на прогулку с Алексеем Русских, в частности, музей гражданской авиации. Фото с прогулки блогер опубликовал в своем инстаграме. Илья Михно, Александр Кудряшов, Управда ТВ.